К другим новостям. 4 аварийных дома снесли в микрорайоне 1А в Люберцах. В скором будущем на их месте появятся новостройки. Проинспектировал ход работ глава округа Владимир Ружицкий. Разбитые окна, пыль от разрушенных стен, заброшенные квартиры. Это не вандализм и даже не землетрясение. Снос ветхого жилья в микрорайоне 1А для жителей этих домов скорее радостное событие. Похоже, здесь не до создания домашнего уюта. Но в непригодном для жизни состоянии дома 60-х годов оказались не из-за тех, кто их сейчас разрушает. Уже давно протекала крыша, перекрытия ломались, канализация, проводка – все оставляло желать лучшего. Теперь отсюда все съехали. Жители этих домов уже расселены. Расселено 65 семей. Значит, расселены они в новые дома. По словам подрядчика, условия, которые предоставили бывшим жильцам этих квартир, намного лучше, чем были. У некоторых даже увеличилась площадь жилья. А вот район остался тот же. На сегодняшний день мы стремимся там, где производится снос, там, где люди проживали, желательно в этих же микрорайонах людям давать жилье. На месте этих двухэтажек будут построены 2 многоквартирных дома с подземной автостоянкой. В районе заработает новая инфраструктура, детский сад, и в 2018 году построю школу на 825 детей. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.